Если я попробую написать слово «беспристрастный», вы с ним без труда справитесь. Да. Там уже написано, вы последнее слово. Записано, конечно. Я специально возвращаюсь к этому. Итак, приставка. Без. И при. Две приставки. Корень. Окончание. Ой. Все понятно. Да? Так. С этим все ясно. Что это значит? Напомните, пожалуйста. Беспристрастный учитель. Это. Который не учит боится учеников. У него не нужен. Недолюбливает некоторых учеников. Неправда. Нет, наоборот, он ко всем одинаково относится. Не обязательно равнодушно. Он без страха. Он ко всем относится объективно. Он не без страха, он без пристрастия. Но он ничего не понятно, что речь, да? А если у нас с вами есть корень прек, доказываем. Да упрек. Упрек. Рядышком есть, правда? Еще что-нибудь? А это что? Попрекать. Упрекать. Согласен. Еще. Приказывать идет. Попрекать. Замечательно. Еще. Вопрекать. Как? Вопреки чему-то. Согласен, что попрекать, попрек. Да? Еще. Давайте такое словечко. Словить. Приковать не пойдет. Почему? Потому что приковать. Потому что при плюс ков. А здесь прек. Перебить смысл, ты что-то говоришь, а тот тебя перебил. То есть говорить напротив. Да? Прекословно. Да. Безусловно. Еще что-нибудь сами. А если я никого ни в чем не упрекаю. Упрекнуть. Человек без. Без упрека. Безупречный, конечно. Скажем, работа ваша безупречна. Это значит. Опять. Самое лучшее. Самое. Не обязательно самое лучшее. Вдруг в классе 5 безупречных работ. Да? Бред на 5. Значит, она хорошая. Или 4 с плюсом. Ней нигде нельзя придраться. Нет каких-то упреков к ней. Правда? Вот вперед тоже, да? Без приставка, у приставка, да? Упрек. Прич. Безупречно. Значит, когда вы встретили вот это при, подумайте, что перед вами. Приставка или